Привет, друзья! Мы находимся в Канкуне около почтового отделения. Сейчас мы посмотрим, как оно выглядит. Вот такой вот у него вход. И сейчас мы зайдем внутрь. Вот так вот почта выглядит внутри. Очередь не очень большая. Вот тут абонентские ящики. Тут объявление. Вот такое вот почтовое отделение. Ну и почтовый ящик для почтовых отправлений. Открыток писем.